Мы находимся на самой крупной точке кипения хай-тек в Самаре на базе ПАО ОДК «Кузнецов». Это предприятие, которое входит в госкорпорацию «Ростех». Здесь проходит интенсив рационализаторства и его возможности. Встречи с внешними коллегами, партнерами. Это всегда что-то новое, это всегда будоражит, это дает какие-то новые идеи. Нужно, чтобы идей было много, чтобы они были хорошими. А еще нужно, чтобы они хорошо экспертировались и быстро внедрялись. Нужно тогда поставить какую-то задачу. Мы называем это производственная проблема. И вот здесь у нас происходит очень большой и очень глубокий мастер-класс по тому, как правильно ставить производственную проблему. Лучше потратить 95% усилий на определение корня проблемы и правильную ее постановку, потому что там уже кроются ответы подчас. Очень большая ценность этого интенсива, что люди проходят этот мастер-класс и понимают, как это важно, с одной стороны, а с другой стороны, перенимают сам метод. Потому что они могут вернуться на свои точки и то же самое начать разворачивать там, как метод работы с людьми. Очень большая ценность нашего интенсива, где работают эксперты, которые 15-20 лет уже в теме рационализаторства и корпоративного предпринимательства. Они помогут нам собрать вообще в блоке все эти виды деятельности. И там есть нормативка. Вот какая нормативка должна быть у предприятия? Как это все описать? Там есть блок работы с сотрудниками. Также у нас есть блок там программного обеспечения. Вот каким программным обеспечением пользоваться? А блок по работе с самими идеями. Как сократить время от появления идеи до ее внедрения и получения уже экономического эффекта. Вот эта вот работа, она крайне ценна, чтобы она собиралась именно на реальной жизни. То есть то, как сейчас есть у предприятий, какие блоки сейчас провалены, и как это все собрать воедино. В командной атмосфере, в такой в жестком тайминге мы создаем структуру этого документа, который будет адаптирован на всех предприятиях участников данного образовательного интенсива. Как люди будут подавать свои идеи, что они за это получат, как эти идеи будут оценены. Это будет описание всего жизненного цикла от идеи до реализации той ценной идеи или того ценного предложения, которое сотрудники предприятия будут рождать, предлагать. Вот здесь вот, когда точка хай-тек, вот это вот именно производственная сфера, промышленная. Здесь практики, вот это ценно. Это, конечно, отдельное удовольствие встречаться с таким сообществом, потому что люди верят в то, что они делают, они прям преодолевают определенные барьеры, потому что где-то у нас есть пассивная корпоративная среда, да, где-то не хватает ресурсов. И все эти люди, они, собственно, как наши герои. Вот наши герои, наше ядро нового сообщества. Здесь прекрасная атмосфера, прекрасные люди. Все из разных компаний, из разных городов. И опыт каждого ценен. То есть мы общаемся между собой. Что-то ты понимаешь, что ты не сможешь внедрить у себя, это тебе не подходит. А какие-то навыки других людей ты уже на подкорочку записываешь и в дальнейшем сможешь реализовать. У всех свой опыт есть и свое личное мнение. И думаю, каждый, лучшее мнение, практики мы воплотим в единый такой документ стандарт. И мне очень нравится заряжаться вот этой энергией. Со мной приехали коллеги, которые прям вдохновились рационализаторской деятельностью и хотят ее продвигать у нас на предприятии. Интенсив – это супер.